Привет, друзья! Вы на канале Виктория и Босс. Я продолжаю также ваш читать комментарии. Кто я? Ну, я думаю, вы догадались в предыдущем видео. Сегодня вышло УА4, 24 часа средневековый челлендж. Посмотрим, что вы там пишете. Не забудьте поставить лайк, подписаться на мой канал. Канал называется Виктория и Босс. Ссылка будет в описании. Я тот самый ужасный, страшный клоун. Смотрите мои видео и ставьте лайки. Так, комментарии. 7,7 тысяч комментариев. Смотрим, что вы пишете. Кто не знает, кто я такой, читайте дальше внизу. Эксперимент пишет 1000 подписчиков. Тебе больше 6 лет, отметил лайк. Эксперимент, что ты имел в виду, уж больше 6 лет. Тут кто меньше 6 лет не умеет писать. Так что все, что ты пишешь, это бесполезно. Мистер Крэк, кто смотрит 24 июля, отмечайся, помоги мне, пожалуйста, не хватает 3 подписчиков. Мистер Крэк, кто смотрит его, можете подписаться, 3 подписчика всего не хватает. 35 подписчиков без видео. Интересный факт. Вам не читать этот комментарий, но вы уже его прочитали. Прикольно, придумал 35 подписчиков без видео. Подписывайтесь на мой канал, больше будет. И вы, друзья, подписывайтесь на мой канал. И я создам группу, где можно просто обмениться подписчиками. И так вы наберете больше 1000 подписчиков для набора видео. Кто ждет полтора, 4-4, от месяца не хватает 1 подписчик. 7 подписчиков не хватает. И Никитосику тоже. Никитосик. Как горошек. Вот, кто ждет третий час погроба? Тык. Что ты, куда тыкать? Это пишет год 1C. Ладно, друзья, смотрите мое видео и смотрите мое продолжение и на ваши комментарии. А пока задумайтесь. Так, выходите в туалет. Нигде ли я не сижу где-нибудь в шкафу? Всем пока. Не забудьте подписаться на мой канал. Иначе я, повторяю, заберу у вас телефон. И вы не будете больше смотреть видео. Я тут ужасный, самый страшный клоун. Запомните меня.